даже вот здесь, в районе, где находится Мёрдок, когда гуляешь по району, тоже есть такое очень приятное ощущение возможности, вот так это назовем. Почему такое ощущение складывается? Потому что здесь в округе везде находятся офисы крупных компаний. Был Google, дальше был Ericsson, BT, British Telecom. Если ты студент, да, вокруг тебя окружают одни компании. Следующий момент, да, эмиратцы коренные, их меньше 2 миллионов, а приезжих здесь 8 миллионов. Понимаете? То есть здесь все делается для приезжих. Эта страна создана приезжими. И она продолжает развиваться. Здесь продолжают привлекать инвестиции. Вот чтобы не думали, что я вам вру, да? Вот виза. Вот так выглядит офис визы. И вот BBC студии. Да, и, конечно, помимо BBC студии, там Domino's Pizza, там еще какие-то кафушки. На территории Knowledge Park находится Food Court. Плюс там есть, ну, типа там пиццехаты, да. Ребят, в общем, как бы где покушать, студенты найдут себе. Дубай один из самых быстрорастущих городов в мире. Еще в начале 2000-х его население не превышало 1 миллиона человек, а в ближайшие 10 лет его популяция может достигнуть 5 миллионов. Растущая экономика и наличие рабочих мест делают Дубай привлекательным для проживания. Не случайно именно Дубай был выбран местом проведения выставки Экспо 2020 года. Было подсчитано, что потенциально это мероприятие может привести к созданию более 270 тысяч рабочих мест, что может способствовать дальнейшему росту в будущем. Арабские Эмираты являются политически стабильными, процветающими и многообразными. Здесь непрерывно создаются новые районы для жизни и работы, строятся музеи, бешеными темпами развивается инфраструктура. Естественно, для человека, который выбирает себе университет, что самое главное? Самое главное – это перспективы потом. То есть ты отучился, ты получил свой диплом, а и что дальше, да? Вот как раз в Эмиратах, мне кажется, здесь такое есть, именно когда находишься здесь, такое ощущение, что здесь постоянно все развивается. Университет Мёрдока представляет собой новый ультрасовременный кампус в Дубайском парке знаний. Это филиал австралийского университета, находящегося в Перте. В прошлом году университет Мёрдока вошел в число лучших университетов Австралии и получил рейтинг в 5 звезд. Студенты, поступившие в дубайский кампус, имеют уникальную возможность. Они могут перевестись в корпус в Перте, в Австралии или в Сингапур, где у университета также есть свой кампус. Само же глобальное сообщество выпускников Мёрдока насчитывает более 70 тысяч выпускников по всему миру. Университет Мёрдока является членом группы инновационных исследовательских университетов Австралии. Это сеть университетов, проводящих исследования национального и международного уровня. Все курсы университетов Дубая соответствуют тем же академическим стандартам и требованиям, что и курсы, предлагаемые в Австралии, и преподаются высококвалифицированными преподавателями из разных стран. Будучи филиалом австралийского университета, дубайский кампус предоставляет международно признанные дипломы, аккредитованные в Австралии. Дубайский кампус также является членом Академии веб-сервисов компании Amazon. ВУЗ является одним из лучших в Дубае по уровню трудоустройства. На мой взгляд, самое главное преимущество, которое может заставить вас приехать сюда, в Дубай, а не, скажем, в Америку или в Канаду или в Великобританию, это цена. Это австралийский университет, при этом он даст вам возможность учиться значительно дешевле, чем в тех странах, которые я вам сейчас перечислил. Следующий момент для тех, кто за рейтинги всевозможные. Университет молодой, и при том, что он молодой, он входит в 100 лучших молодых университетов мира. Выхожу на площадку такую, посмотрите, как прикольно. Пальмы со всех сторон, здания, башни. Красиво. В Дубае вы можете пройти обучение по программам психологии, бухгалтерии, финансов, управления, маркетинга, стратегических коммуникаций, веб-коммуникаций, IT и компьютерных технологий, кибербезопасности. Оснащение Мёрдока включает оборудование мирового класса, в том числе специальную лабораторию кибербезопасности с изготовленными на заказ системами и мебелью. Еще одной уникальной особенностью вуза являются гибкие варианты обучения. Вы можете сами кастомизировать свою программу в соответствии с личными требованиями. Если вы, скажем,
скажем, не знаете, что выбрать, бизнес или коммуникации, вы можете сделать и то, и другое одновременно. Таким образом, вы создаете свой вариант двойной специальности, что позволит вам объединить две разные дисциплины в одно всестороннее образование, не продлевая свое время в университете. Учеба в Мёрдоке – это не просто погружение в выбранную вами область. Здесь вы будете изучать новые способы мышления, открывать различные точки зрения, искать способы изменения мира к лучшему. В районе везде велосипедные дорожки, парковки для велосипедов, самокаты, естественно, электросамокаты. То есть город живет вот этим движником. И зелень тоже, опять, во мне, наверное, проснулся садовник. Я не перестаю вам говорить о зелени, о вот этих всех насаждениях. Но, ребят, реально, здесь, в Дубае, просто сделали огромный шаг вперед за несколько лет. И вокруг еще везде отели. То есть, если вы вдруг решите приехать посмотреть учебное заведение, то можно приехать, можно остановиться в отеле прямо здесь, рядышком. А я сейчас иду в сторону метро, для того, чтобы вам показать. И тут от Knowledge Park, от Мёрдока до метро 10 минут. Соответственно, вопрос, да, у вас может быть с передвижением, перемещением и тем, где жить. Понятно, что можно снимать квартиру. Это один вопрос. Второй момент – это резиденции. Обалденные резиденции. От Knowledge Park ходят автобусы прям в студенческий город, в Academic City, в резиденции, где вы можете жить. На территории резиденции есть все, ребята, в буквальном смысле. Есть абсолютно все. Спортзалы, бассейны, театры, кинотеатры, игровые зоны, парковки. Все, что хотите. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте ему поставить лайк. Если вас интересует больше вопросов касательно обучения за границей, заходите к нам на сайт www.smaps.ru, где вы можете задать интересующие вас вопросы онлайн-консультантам. Если вам интересно узнать больше про сами Арабские Эмираты и Дубай, то заходите на мой второй канал Егор Еремеев. Но в описании к данному ролику вы найдете полезные линки, включая мои рекомендации по бронированию отелей, экскурсий, билетов и страховки.